Сегодня вообще очень интересная тема у нас разговора. Um, really Которая называется «Святой грех». Um, we're talk about, uh, holy sin. Ну, говорят, что я, наверное, ошибся. Я не знаю, возможно. Someone could say, uh, what are you talking about? Are you, are you tripping? Like, probably. Maybe. Иоанна 6, глава 55-56 стих. John 6, 55. and 56. Ибо плоть моя истинна есть питё и кровь моя есть истинно пища и питё. Едущим мою плоть и пьющим мою кровь пребывает вовек в нём, пребывает во мне и я в нём. For my flesh is true food and my blood is true drink. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Отношению к причастию, это вообще э, совершение спасения или не, не совершение спасения? Что это такое? Помните, мы пару месяцев уже говорим о том, что э, спасен, спасаюсь или буду спасен

And so it turns out, he who eats and drinks the body and the blood, he has fellowship with the Lord. Whoever doesn't eat and drink doesn't have fellowship with the if Lord. Богом, if a person doesn't have fellowship with the Lord, do they remain in salvation or no? смотрите, в этом месте писания есть два значения. So it turns out there's two different um, two different meanings in the scripture. Вообще, половина, Иоанна, in general, the second half of John chapter six is just very interesting. Простая, it's very simple, but at the same time very meaningful. Two meanings. What's the first meaning? Изучение Слова Божьего и молитва. This is first of all um, studying the Word of God in prayer. Ем хлеб и пью. and the И второе значение это участие в принимаю участие в причастии. second part of that is to, um, partaking in communion. Я стою частью. I become a part. Я беру кусочек часть кого-то принимаю себя. Получается, смотрите, если я не читаю Библию, если я не молюсь, если я не принимаю участие в причастии, то естественно, что такой христианин он долго нормально жить, духовно здоровым быть не сможет. Вот точно так же, как мы не можем жить без нормального питания физического, вот точно так само и духовный человек. The spiritual man is kind of the same way. Ну, хорошо, если, например, ну вот пару недель пропустил собрание. Okay, Ну, я же не перестал верить, я же верующий. Well, I'm still a believer, I didn't stop believing. Но когда человек, скажем, недельку не покушал, он say, же еще не умер. Doesn't, um, doesn't Но почему-то вы замечаете, что он так резко ну, стал такой стройный и еле ногами двигает. Like вот точно так же в духовном мире. У меня есть такое мое выражение, которое я себе взял во внимание. Причиной греховности является духовное бессилие, которое связано с недостаточным общением с Богом. Потому что, когда человек ест и пьет духовную пищу, он духовно растет. Когда кто ест и пьет духовную пищу, он растет.

But the teaching of Jesus is always to lead someone out of the um, of the dead end I read the Bible and I pray it with myself at home I don't need anybody else but when a person is spiritually healthy,

a good normal healthy Christian has these things in um, that you can find in acts 4 or sorry acts 242 так, того, молитва, только ходить, только вот so just to explain what is what is prayer what is constant prayer it's not always just, Walking around, speaking words of prayer. Давайте скажем, постоянная молитва то же самое, как постоянное питание. Вы питаетесь три раза в день в среднем. Вообще, скажем, у нас выработано приблизительно два-три раза в день встать помолиться, просто уделить время, преклониться пред Господом, помолиться. It, in the same way, we should have, you know, similarly, two or three times a day where we just really just set apart just for prayer with God. When the Lord taught me this earlier in my life, бывало, there it happened um, things happen, and sometimes I would just sleep through it. I'm gonna have um, I'm gonna have a train or I'm gonna miss a train. I gotta be I gotta be at the train station soon. Было, 10 I gotta run to the to the train, and if I if I run it's about ten minutes. No, oh, sorry, if I'm just walking, минут. it's about ten minutes. Я бегу, я успевал, 5 and it, uh, but if I run, sometimes I made it in roughly five minutes. I wake up. I look, I have five minutes left to get to the train. And I remember there were moments where I just grabbed my, um, my uh, put my pants on. And I just drop on one knee on, the, on the, the welcome mat. And two or three phrases. Amen, and I just take off. And the Lord, He just led me and taught me in this kind of way. And believe me, whenever I did pray, I was never late to the train. I just believe this was a principle that the Lord was showing me and leading me with. But there was one moment in my life that I just wasn't obedient to God. This was in 1990.

Я только зашел в дом, оставил свои вещи I и вышел на улицу идти к машине. Я даже не переодевался. Белая рубашка, красный галстук. И я так с порога повернулся налево иду и я слышу голос. And I just went outside uh, and I just take that, that turn right outside of the house and I just hear a voice. Но no, зайди в дом, стань помолись. Go back into the house and pray. Я так стал. I just Господи. Stood still, Lord. Я буду сейчас три с половиной часа ехать. Я буду три с половиной часа могу молиться. I'm Driving for three and a half hours. I Это can было где-то порядка в десяти часов вечера. This was 10 PM. Мне надо было uh, около трех часов ночи встретить самолет и вернуться обратно с, uh, с семьей брата. И uh, когда вот я стою и рассуждаю, And so, as I'm just standing there and thinking about this, and I just heard as if it was a lot softer this time. Go back inside and pray. Ну, Господи, ну сколько я в машинах часами молюсь, еду, ну сейчас буду же опять молиться, ну как? Зачем два раза одно и то же повторять? Я не вернулся домой молиться. And I ended up not going back and я пришел, сел в машину, I went and sat in the car, поехал во Львов. I went to the other city. Встретил, uh, picked up my brother and his family. And coming home, часа, about an hour. From, um, from reaching home. I fell asleep at the wheel. Вот and now I was miles. driving about 50 miles an hour. Вот вот в, в, в smashed into a concrete driving

Uh, weakness or weakness in spiritual power. Давайте посмотрим еще одно место Писания. Иакова 4.17, последний стих 4 главы. 4, 17, the last verse there. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. And so, right now, we've come to why I named this, uh, this sermon "Holy Sin." No, I very, uh, I oftentimes ask uh, people, what is the goal of your life? Что ты должен сделать? Когда закончится твоя жизнь, ты предстанешь пред Богом. Что ты скажешь Богу? Ты исполнил то, что Он тебе поручил делать, или нет? Для того, чтобы узнать, куда я иду, что я делаю, много не надо. Просто вот сейчас, когда вы меня слушаете... Какая цель твоей жизни? Just as you're listening to me right now, think about it. What is the goal of your life? Если ты ее знаешь, If you know it, как ты ее достигаешь? How are you getting there? Но no, естественно, когда на эту тему начинаем говорить, мы ищем сразу самые, самые лучшие какие-то фрагменты, чтобы ну, сразу вспомнить и сказать собеседнику или даже себе. But of course, as we talk about this, we might always remember the, all, the, the, all the good parts, all the good little fragments that we can put together and kind of в таких ситуациях я советую не философствовать. Давайте просто посмотрим вот прошедшую неделю. Что мы делали вчера? Что мы делали на пятницу, четверг, среда? Возьмите, если вы пишете ваш дневник, возьмите, просто прочитайте, и вы все увидите. Как прошло твое время? How did your time pass? Where did your money go? How much to God? How much for yourself? If you say, write it out, uh, that day I worked 10 hours. Uh, and then breakfast and dinner is a half an hour there, an hour there.

пастырей uh, в Америке? Сколько времени средний пастырь в Америке уделяет для молитвы? Я говорю за пастырей. для молитвы? Я говорю за Семь минут. В лучшем случае. That's Хорошо. So There's another, um, another statistic in America. About a month ago, George, George David Duke, he came up with this statistic. Seventy-seven people, um, Sixty percent of people in America say that they're Christian. 30% чуть больше, 30 плюс считают себя, что они рождены свыше. 30 И практически вообще приблизительно 7-13 процентов людей, которые действительно рождены свыше. There's about maybe 7 13 that you can truly say they're born again. Где-то дней 10 назад, на ячейке, когда мы об этом говорили, сестра Таня мне еще лучшую статистику подкинула за Аляску. About Это не «не better», or «even more accurate». Если 12 лет назад Аляска была сороковой штат по в списке по посещению церкви, If, um, 12 years ago. if 12 years ago Alaska was 40th on a, on the level of how many people visit church and came into the one of the 10 highest Best cities in, the, in America, then today we are 50th and last in church attendance. And in, this, um, in this, this level of goodness, we're first. I don't think I want to talk too much about that. Uh, смотрите, благословением праведных воз, uh, притчи 11 глава 10 стих. Притчи 11, 10. 11, 10. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. By the blessing of the righteous, a city is exalted. But when the wicked perish, there is joyful shouting. Когда в этой территории есть определенное количество людей, имеющих личное общение с Богом, good, тогда эта местность она осолена Божьей солью. In this area it is with God's salt. И грех не может так распространяться. And sin has a hard time Или давайте скажем, если мы свет. Or we can say, if we are the light, и приблизительно на эту территорию есть вот такая порция света light, то здесь не настолько уже такая сильная тьма чтобы ну, этот свет задавить наш свет делает тьму немножко ярче я взял вообще для примера жизнь авраама I took for an example the life of Abraham. And in Genesis 18 is where, um, is where Abraham, he Kind of bar he bargained with God. I just want to grab a few things from this because there's ten verses there. Look in verse 23, Abraham says, "Will you indeed sweep away the righteous with the wicked?" And farther he says, "Will you not do this for, uh, for 50 people?" И он начал торговаться с 50, дошел до 10. Вот я желтым цветом повыделял, как вообще слова Авраама, как он вообще позволил себе, дерзнул Богу говорить, ну Господи, ну понимаешь, ну может быть, вот вот, ну по-еврейски. И я просто выделил для себя, как Авраам имел смелость или Bargain with God and to just kind of weasel his way into this thing like a Jew. And we're talking about Sodom and Gomorrah here. And Abraham says, if there's 50 people, 50 righteous men there, you won't, you're not going to kill everybody, are you? Даже когда он договорился с Богом за десять человек, Господь говорит, не уничтожу. Мы знаем, что там нашлось три с половиной человека. Почему я говорю три с половиной? Why do I say three and a half? Потому что вышло четыре человека с города. Four left the city. И жена Лота, она как будто идет вперед, но ее сердце смотрело взад. But the wife of Lot, it's like she was getting out of there and she was moving forward, but her heart was turned back. <laughs> and when she just couldn't take it and she looked back, А это было условие, не, воз, не оборачиваться, не and, смотреть назад. Она вышла с города, she left the city, но она не дошла туда, куда она вышла идти. Даже смотря, например, в этой ситуации, мы видим, что спасение можно потерять. И поэтому так четко нам книга Откровения говорит: претерпевший до конца спасется. Получается, что uh, там была вот эта вот горсточка людей, so there was this little group of people которых Библия называет праведниками. That the Bible called righteous, И так как их было недостаточно на ту территорию, то Господь из-за них... Uh, uh, The Lord, He just couldn't leave every, all of those there. He couldn't spare all of the people there, so He takes the righteous out of there and He destroys everything else. And just looking at history, not just, not just this Bible, biblical story, but just history in general. как только э, праведников становится меньше as soon as less тогда грех начинает увеличиваться Sin to и после этого ждите уже какого-то наказания And just, it's only a of time after that. Поэтому я побуждаю вас пожалуйста церковь не то, что, ну, сегодня здесь, на, на Аляске, сейчас мы уже такие несчастные, надо отсюда убегать, потому что Господь накажет Аляску. Я наоборот

Um, the day before yesterday I had a, a, a man call me. Говорит, Ты Ты and he says did you hear did you see uh, mm -hmm. Yeah, так, ну, <laughs> And I just kind of made a, kind of made it out that I'm um, do I don't know, I don't really know anything. But then I said it's better that you wouldn't have heard and wouldn't have saw what you're asking me I about. Смотрю, right now. I just see how the church is spending their time right now. YouTube, right. If I'm sitting and listening to sermons on, on the internet, on YouTube, is that good or bad? И да, и it's yes and no. Let's not check ourselves by that. Давайте проверим, не столько, сколько мы послушали, а сколько мы сказали проповедей кому-то. Очень хорошо, что сегодня Слово Божье проповедуется по всем каналам, везде. Но поймите, что это проповедуется для тех, кто не слышал But believe me, this is being spoken to those who haven't heard. But if you've already heard this and you haven't went and shared it with anyone, understand you're already not doing something right. You're destroying yourself. понимаете, это как на сало и мало you understand it's like this cat that sits on the um, it's like this this proverb of the the cat sat on the bacon and says he hasn't had enough it's like, it's like we're eating and we're eating and we're getting fat but we're not doing anything this is, this is gonna eventually always bring to self-destruction. Посмотрите, Бытие, 18 глава, 19 стих. Let's look at in Genesis 18. Буквально 6 стихов или 5 стихов перед этим. Бытие 18, 19. Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». for i have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the lord by doing righteousness and justice so that the lord may bring upon abraham what he has spoken about him the lord said that i chose abraham so that he would do something we know that when we see that um, a man is saved by faith and not works. but that's the thing he believed and through that faith he started to produce fruit and here it's written very very um, clear very clearly that so that he may command his children and his household after him Получается, не то, что я сегодня должен ездить и всем все рассказывать. Что so, я только увидел или услышал. Всегда проповедь начинается с моего личного дома. Если я сегодня здесь вам проповедую какие-то высокие материи, а прихожу домой и живу совсем по-другому. Totally то прежде всего моя семья сразу скажет, ты, ты, ты обманщик. Я помню, когда-то uh, в этих наших перец, или крокодил была такая фотография. Это были такие журналы критики. Это были um, like uh, satire комиксы. Uh, человек стоит за кафедрой, проповедует о том, что нельзя воровать. Standing, uh, you can't, you can't Но у него буквально на его uh, кафедре здесь стоит кувшин и стакан, прикованный цепью к этому кувшину. Но на есть и прикованный к Потому что он может украсть этот стакан. Это такое у нас иногда бывает. Мы знаем, как научить кого-нибудь другого. Но только не себя. Else, but not я знаю, как кому-то подсказать. I know how to else, но я сам этого не делаю. But I don't do this И получается, Господь поставил, избрал Авраама для того, чтобы он передал своим сынам. And so the Lord, he chose Abraham so that he might teach the way of the Lord to his children. How does this look like? Смотрите, вот, uh, но у меня родились дети, Say, uh, day, у меня были несколько семей, кому я пытался подражать. Had, there was, there to to. Uh, потому что uh, я видел потом результат. because I saw their their fruit their results I always tried to make sure my children are always playing some instruments and just like we always sang my ch our children always sang with us and I I think we didn't even have to really teach them to sing uh,

И well, uh, я ему well, tell me. рассказываю. So I, I И там где-то в конце я какое-то слово перекрутил. End, он говорит, там что-то не так написано. Дело в том, что он тоже не знает это стихотворение. Он не умеет прочитать. Но он по слуху слышал все это. Just through hearing it, he he understood everything. And just through his uh, through that memory, he was able to remember that dad did something wrong there. And it's not that we had to like train them to do that. They just saw what we were doing and they did it. Но мы старались, чтобы они всегда были в чем-то, что-то. Sure И когда что-то было не так, мы старались их нау ну, исправить, научить правильно. И поэтому, друзья дорогие, у нас есть у родителей от Господа повеление передать эти заповеди, которые Бог нам дал своим детям. Когда мы говорим кому-то другому, тогда uh, они наши слова работают. смотрите что говорит притча 29:15. Разга, розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежнии, делает стыд своей матери. Ну, как будто сегодня много дел, много занятий. Я не успеваю. Я не и то не могу сделать.

Раньше было было немножко меньше искушений, было как будто проще. Earlier it seems like there was less temptation. It was just a little bit more simple. А сегодня, скажем, очень много разных есть развлечений и легко отвести от цели. But today it seems like there's so many different distractions and it's so easy to easily to um, swerve from the goal. И когда мама разговаривает по телефону, а ребенок ей что-то начинает доставать. starts getting a little bit то мама ему телефон, другой телефон дала, или там включила другую электроняньку. И все, уже ребенок уже маму не достает. И иногда я спрашиваю, а что они смотрят? О, это хорошие. Это чему-то учит. And they say, oh, it's, it's good and it's, it's teaching them something. But when I look at the, the teaching of Solomon, Solomon says, if you just pass off your child to someone else, you're eventually going to reap the fruit of all of that. In Deuteronomy 6, Шестой стих и седьмой стих. Deuteronomy 6, 6 and 7. И да будут слова сии, которые я завещаю тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их, идя дорогой, и ложась, и вставая. These words, which I am commanding you today, shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way. Получается, Нам, so, it turned, so, the idea is the Lord gave us an instruction as parents to never relax or to never become complacent. Говорит, the Lord, God says to not give my children over to the electronic nanny, своих, but instead детей. to teach them myself. Всего, First of all, is your personal example. Второе слова, если надо уже. Second is use your words if you have to. И давайте скажем, если мой сын не знает или моя дочь не знает стихов из Библии, кто виноват, я или мои дети? Let's just take this example. If my children don't know uh, verses from the Bible, whose fault is it, theirs or mine? Если не слово Божье будет вразумлять этого ребенка, то кто ему еще поможет? If the word of not this child, who's going help him? Uh, что, давайте повторим, что надо делать uh, для наших детей. Первое ⁇ внушай. First is teach. Что значит внушай? What does it mean to teach? Постарайся так, чтобы это слово вошло в него. И говори о них And speak of them. сколько раз. How many times? Столько, as much as is needed for the child to hear. Можно, это, Where do we got to talk about this? Ну, but just not right now. Ну, Later. Сейчас уставший. Right now I'm tired. Сейчас дела, по телефону говорю. Right now I'm on the phone. Или иногда, вот скажем, раз, разговариваем, и приходит ребенок к, к отцу или к матери. И ребенок the приходит or сразу, ему не важно, с кем родители разговаривают, он хочет сказать свое. And the child comes up and it Бог говорит, слушай его. God says, Listen, и, говори ему. Uh, Когда-то мы приехали в Америку, и я помню, одно такое стихотворение было. Это одна из наших uh, знакомых написала это стихотворение. И это было uh, исповедь матери, когда uh,

I was um, taking care of myself. But in that time, you grew up. And now I'm speaking to you. And you're living. And you're learning. And studying. And you're working and taking care of yourself. And you're not listening to me. And so, dear friends, it doesn't matter who. Когда к вам подошел ваш сын или дочь, обрати на него внимание. Попроси прощения, ну, извинения, с кем ты разговариваешь? Да, возможно, ты ему буквально через фразу две скажешь, что я сейчас разговариваю с этим человеком. Say, hey, От нас зависит, как мы их научим, ну, когда к нам надо подходить и что говоришь, когда не надо. Ты сидишь в доме. Say you're sitting at home. Ты уставший. You're tired. Ты больной. Что бы там не было. Говори твоему сыну то, что надо сказать. Идешь по дороге. Говори твоему сыну и твоей дочери. Когда ты ложишься, лежишь, говори. Когда ты встаешь, говори. Что бы там не было. Самое главное, что делал, пытается сделать. Biggest thing that the devil is trying to do Разделить родителей с, uh, с детьми. Но вы помните, последняя глава Ветхого Завета Малахия говорит, remember, Malachi, что когда придет Божий посланник, when God's comes, он соединит поколения. Um, bring the generations Он together. Их, uh, отцами, he will turn the hearts of the the children back to their fathers, and vice versa. And especially now, when the devil is trying to Tear our children away from us. Let's make sure we're doing everything we need to be doing so that our kids, our children would be able to hear us. I remember, um, uh, in my, I, I really remember an uh, expression that this Russian man spoke. Suvorov. Suvorov. I have no idea. He's a Russian general. Uh, займи руки солдата. Take our... make the hands of the soldier busy. Если нет, их займет бес. Тогда давайте займем руки наших детей и их не глаза и мозги и все на свете нет, их занят Make our children's hands and eyes and ears and everything busy with the right stuff. чем полезным. All the good stuff that they need to. be вас And I'm just asking you, especially you parents. Найдите вашим детям инструменты. Find instruments for your children. Ну я понимаю, что не у всех I know that no, not everybody has a gift. Ну давайте попробуем. But let's try. Приведи к учителю. Приведи в церковь. Мы побуждаем к тому, чтобы наши дети служили в церкви, послужили в Чтобы дети здесь у нас пели, рассказывали стихи. So that would be up here and poems and Играли. У нас есть сестра Ина, которая может научить играть на балалайке. Mandolin. Mandolin. И она хочет это делать. У нее есть талант от Господа. И у ваших, у наших детей тоже есть талант к этому. Ну, я не хочу, чтобы мой ребенок играл на струнном инструменте. Я хочу, чтобы он играл на пианино. Если вы учились бы нормальной музыкальной школе. У вас обязательно, если у вас пианино, вам дадут народный инструмент. Если у вас народный инструмент, вам потом дадут пиано. Пусть дети наши развиваются. Пусть у них не будет в голове места для каких-то глупостей.

И у меня э, был один руководитель молодежи, one который нас всех 30 собрал. that he, he gathered all 30 of us and he gave every single person just uh, an instrument there was a whole variety and not everybody could do something and not everybody became serious musicians but they all remained faithful to the Lord and stayed in church Когда он маленький, он еще может не совсем понимая, что, что от него родители хотят. Он сам не знает, что он хочет. Сегодня он хочет на чем-то играть, петь. Завтра он ничего не хочет. Скажите, пожалуйста, а зачем Бог ему дал родителей? Если наше дело, как было когда-то в Советском Союзе, главное его выкормить. If in the Soviet Union the most important thing is for them, for us to just feed them and raise them. То есть сегодня в понятии выкормить не просто накормить хлебом или там едой. А научить to для того, чтобы знать, сколько можно кушать, а сколько нельзя. Если была проблема, где взять продукты, чтобы покормить, чтобы не умер с голоду. То сегодня как проконтролировать продукты, чтобы не было обжирения. Today, it's more like, how do you control Ценности другие, дорогие. И поэтому, смотрите, когда мы этого не делаем, ну, он у меня сыт, он у меня одет, и все нормально. Вы понимаете, что мы сидим в церкви и своей святостью, своим бездельем грешим. Вы понимаете, что We're sitting in church, and with our holiness and our lack of action, we're sinning. I want us to really remember this, this scripture from James 4:17 that's. We this. Um, this was the second scripture we read today. Whoever knows to do good and doesn't do it, that's sin. С нашей молодежи когда я возвращаюсь к моей молодежи с этих 30 человек только два сыночка у мамы в одной семье они отпали от господа потому что мама за них очень переживала не дай чтобы бог кто не дай бог чтобы кто-нибудь на моего сыночка что-нибудь сказал

what I know and don't pass on, I'm sinning. And there's a lot of expressions and proverbs on this topic. Spread your bread on the waters and it'll come back to you with increase. You know the statistic, we shared it many times.

смотрите еще сейчас одну одну важную истину наши дети которые родились в церкви где-то в раннем возрасте когда-то они покаялись пережили бога по нашей неопытности или по нашему такому ну не совсем пониманию мы не заметили этого момента lack of experience or just

And the, uh, the that возвращается потом опять. Again, и каким-то образом, somehow, когда он уже много чего в жизни пережил, потерял много времени, он

Но слава Богу, что Господь еще по своей любви и милости возвратил этого ребенка, этого человека в церковь. Но церковь, почему нам наших детей, нашу молодежь выпихивать из церкви, чтобы они там набили шишки, а потом, может, даст Бог вернуться? Go out and leave the church, and then through all the pain, have to come back. When the church is passive in the, in the teaching of uh, the youth and the it, children, this might be a church that has this holy, holy fascia or whatever, but within they're in sin. Let's say if I understand, давайте скажем вместе. Let's say together, если я понимаю, if I understand, что когда я буду это делать, that when I'm, when I do this, то это будет добро. This is good. Но когда я его не делаю, but then if I don't do it, я грешу. I'm in sin. Я грешу. I'm in sin. Рот не открывается. And it's hard to say that. Поймите, что если мне надо просто подойти засвидетельствовать, Please understand, Sometimes I just have to go up and share testimony. But I didn't do this. I'm in sin. If you understand, and God is just putting on your heart я to pray, and I didn't do this, I, I'm in sin. Я, я святом, uh, understand, I'm standing here in church on the, on the, holy, on the holy, um, branch. holy branch. И если я не оцениваю и не делаю то, что мне Бог поручил сделать, я сам себя отрезаю do, от Господа. Я просто-напросто отрезал себя и упал вместе с той веткой. Если я делаю, ну там что-нибудь, вот, ну я начал уже что-то делать. You know, I, I some, Но если это делаю без радости, я это делаю, ну просто для того, чтобы считалось. So without, смотрите, without что говорит, смотрите, что говорит. Смотрите, что говорит Еремия 48:10. 48, проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Cursed be the one who does the Lord's work negligently and cursed be the one who restrains his sword from blood. So, God's work Но если If I just do this, however Я I am just asking for cursing On my own head. И получается еще и вторая половина этого стиха. So verse. Если вы понимаете, что я что-то делаю небрежно, и вы это знаете, you know that, и вы меня не обличаете, вы грешите. It. И что делать тогда? И смотрите, вообще я скажу, у меня в последнее время, вот несколько этих недель, у меня ну, so, что-то со мной происходит. Почему мы, церковь, сегодня просто оставляем свои позиции и, так знаете, подло уходим в тыл? На грех мы закрываем глаза, говорим, что это проблема. And we just close our eyes to sin and say, "Oh, it's just a little problem." Ну это такая мода сейчас. Oh, that's just today's style. Ну такое время пришло. It's just the time. А сейчас все come. Everybody's doing that today. В, в можно, In that church, they're doing that. Why can't we do that? А а то, на тело, мир, oh, look at that preacher. He had uh, he has piercings all over his body, and he's showing off to, to just show his. Да там кто хочет, что хочет, пусть делает. Man, wants to do whatever, let them do it. Что у тебя Библии в руках нету? Что у тебя Духа Святого в сердце нету? Да что ты не общаешься с Господом? Are you not in with God? Почему мы закрываем глаза на грех? Почему мы молчим? Почему нас не заедают, что мы не поститься, не молиться на молитву? Ну ты же знаешь, что я не хожу четверг на молитву. Ну, нет семейной молитвы, у нас некогда, когда мы работаем. Друзья, дорогие, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А если мы только это делаем как не And if you're doing it urgently, it's, it's even worse. You're just asking for the cursing on your own head. Well, let's look at Isaiah 53. He took our infirmities, and He carried away our diseases. But we thought He was crushed by God, smitten of God. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. But he was pierced through our transgressions and, he was crushed for our iniquities. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. And by his scourging we are healed. И одиннадцатый стих. In на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Soul, Через сознание его, он праведник, раб one, мой, my servant, оправдает многих will the many, и грехи их and he will bear понесет на себе. Друзья, я хочу сегодня, чтобы мы просто все вместе покаялись пред Господом. За нашу today. теплоту, за нашу лень. Да, мы ничего плохого не делаем. Yeah, а покажите, что мы делаем хорошее. Почему я всегда достаю, достаю ну, так, стараюсь

As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. Jesus died for us on the cross. And he, had, he fulfilled this tremendous mission. And through his death, he resurrected me and you. And we are his work. We are the, the peak of his suffering. все свои богатства. И он говорит, через познание Его, наше дело познавать Господа во всех путях своих. И наше дело не просто праздники в церкви устраивать. И это хорошо. Но мы не просто церковь клуб по интересам. Мы собираемся для того, чтобы касаться Бога, наполняться Богом, God, чтобы Он открывал в нас наши источники, so чтобы через наши уста текла молитва, so us, so чтобы через нас текло Божье Слово, чтобы у нас было достаточно us, силы сказать любому одержимому во имя Иисуса Христа, нечистый дух, выйди из него. to say to any, anyone that's demon-possessed, in Jesus' name, devil, you leave him. And so that in absolutely, we would not have our fellowship with God just brought down to just Sunday service. We just come on Sunday for two hours and be Christian. But the rest of the week, we're just believers. Dear friends, at the, for the anguish of his soul, Он будет смотреть с довольствием. He's look at it with Через познание Его. And his Он праведник. The one оправдает многих. Will the И грехи на себе понесет. And he will bear their Я хочу, друзья, чтобы мы сегодня помолились за себя. I want us to pray for Господи, today. прости нас. Lord, прости us. меня. Me. Прости наш город. Our city. Прости наших пастырей нашей церкви. The in our city. Прости за то, что мы сдаем свои our позиции. Our и поэтому для греха остается место. Видите меня, согрешающего, обличите. Побуждаем друг друга идти служить Господу. Побуждаем друг друга к молитве, к наполнению Духом Святым. У нас есть такая пословица. We have this, uh, this expression. Под лежачий камень вода не течет. Under a, under a rock, water flow. Давайте подведем итог. Let's just bring a Самое первое, что, что надо делать. Well, first thing, what do we need to do? Если сейчас, If right now, мы понимаем, что нам надо покаяние и соединение с Богом, мы и просим о с Богом. Второе, for Second, наше личное общение с Богом. Our personal Каждый fellowship день. With God every day. Uh, как бы вы там не спешили, возьмите 15 минут, полчаса раньше. It Прочитай хотя бы там, ну хотя бы стих, ну, или можно read, главу две. Read a verse or read chapter or two. Может оно немного не тебе сегодня там что-то дало. Может Might not even impact you that day но so обязательно much. прочитай Слово Божье, Преклонись, помолись. Склонись пред Господом. Это просто... Ну, ты смиряешься пред Богом, ты уважаешь Бога. Ты Его возвышаешь, что Он кто-то, а ты вот смиренный. А Бог гордым противится, а смиренный дает благодать. Обязательно, если вы семья, пожалуйста, сделайте, что у вас была семейная молитва. Посадите детей, прочитайте на ихнем языке Можно, sit, sit your children down and read the scripture in, in, their, in their language with their understanding. And pray with them. Have this prayer. 2. Sing a song or two. Знаете, скажите, and if you don't know, let us know and we'll teach you сколько мы можем какие взять какие инструменты хоры какие занятия все сделать для того чтобы and do whatever you can take any classes that you can and just put yourself out there to make sure that yours and everyone's minds are just filled with the knowledge of God and his word Amen И тогда наш Господь Иисус Христос Christ, на подвиг своей души, at the, на нас, at, at на тебя, at me, на меня, at, будет смотреть be, с удовольствием Он никого не будет заставлять. Вставай на колени, молись. Если любишь, склоняйся. Him, Если нет, это твое дело. Но святое место пусто не бывает. But a holy place stay empty. Аминь. Amen. Я призываю вас к молитве. Let's pray. Давайте склонимся и помолимся. Let's kneel and pray.